Будей, Будей сразу на Устинова, Устинов, прострел неплохой, Шевченко, момент у торпеда будет, удар Шевченко, Афи, как же шикарно играет Творец, Ковалев добавление и 1-0, торпеда выходит вперед. Это Антон Ковалев, да, не без рикошета, но тем не менее мяч оказывается в сетке. Олег, ну и вот смотрим повтор, это Афи мяч выносит, плохо играет здесь Ермакович, Ковалев добавляет, мяч попадает в Кострова, транзитом через капитана Гомеля оказывается в сетке ворот Олега Ковалева. 1-0, и жодинская торпеда выходит вперед, вопрос, как сейчас будет действовать Гомель. Команде нужно отыгрываться, нужно немного, наверное, перестраиваться. Афи,